Да кто вам сказал, что российское высшее образование хуже заграничного? Не верьте ни единому слову. Прямо здесь и прямо сейчас мы посмотрим, что именно изучают наши заграничные коллеги в своих университетах, в каком объеме и на каком уровне, и сравним с учебными программами российских вузов. И вот тогда мы сможем вынести решение. Поехали!